устойчиво. Задача какова? Та дистанция, на которой вы становитесь, да, из нее сложно достать до противника, вам нужно подойти к нему. Первое самое, что мы будем сейчас делать, это будем подшаг делать и наносить удар. Подшаг, удар. Подшаг, удар. Мы не будем бить в грудь. В бою не нужно бить в грудь. Бесполезно. Ребра мы все равно не сломаем. Собьем дыхание, ну и сами устанем. Нам это не нужно. Мы будем работать, где ребра у нас кончаются, вот в это место. Здесь его как не напрягай, все равно туда пробьешь. И сразу же целимся, то есть уровень такой, наносим удар. Еще какой секрет. Нужно, как делать неправильно, шаг делать и одной ручкой нанести неправильно. Неправильно шаг сделать и плечом неправильно. Вы должны сделать удар, а потом опустили ножку. Удар и ножку опустили. Удар и опустили ножку. Чуть-чуть сделаю замедленно. Удар и потом опустили. То есть смысл в чем? Нужно на эту ручку опираться. Опираться на нее. Опираться всем телом. То есть раз, опереться. Понимаете? И назад разорвали дистанцию. Только нанесли, разорвали, нанесли, разорвали, нанесли, разорвали, нанесли, разорвали. Покатаем. Вот, вот, вот.